будем продолжать уничтожать эту ублюдочную мразь до самого конца. Замечательно! Я далек от политики, но в ночь с 16 ноября 2015 года по 17 ноября, опять же, 2015 года Владимир Владимирович Путин объявил, что он не только будет продолжать уничтожать ублюдочную мразь, но и усилит эти действия. И знаете, я, возможно, ранее критиковал нашего президента, потому что, ну, все критикуют всегда власть. И я, в принципе, критиковал власть, но вот именно в этот момент я был очень счастлив и горд им. Понятно, что, скорее всего, любой бы на его месте поступил так же, потому что не поступит и так же, но это было бы очень странно и трусливо. Но на его месте он, и знаете, раньше был вот слоган за Путина, вот на данный момент я это поддерживаю. И я счастлив, что мы будем бомбить эту мразь. Бомбить! 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 А еще это денежное вознаграждение в размере 50 миллионов долларов. Даже свои захотят сдать организаторов. Ой, я просто как пророк. Несколько выпусков тому назад я говорил, что надо уничтожить все это население, которое ведет террористические акты. Как будто меня посмотрели и ждали звонка. И вот звонок. А-321 Голосбит. Было доказано, что это терроризм. И их будут уничтожать. И их нужно уничтожать. Но тут во мне, конечно, борются два человека. Потому что я, в принципе, не против самого терроризма, как ведения войны. И поэтому я думал перед тем, как записывать этот выпуск, насколько сильно я буду радоваться. И мои думы привели меня к тому, что очень сильно, потому что все-таки терроризм – это ведение войны, когда на тебя нападают, ты устраиваешь террористические акты. Засылаешь своих солдат, бомбишь штабы, взрываешь границы. Но здесь обычное мирное население. Мы к вам никаких инсинуаций сами не изливали. Вы на фоне, ну не знаю чего, потому что вы тупорылые фанатики, на фоне своей религии и повернутости, на фоне своей горячей крови, хотя один на один вы жалкие трусы, вы решили устроить взрыв мирного населения. Ладно, я понимаю, хотя бы постараться прорваться на какую-нибудь военную базу, как это делали во Вьетнаме, когда вьетнамцы врывались на американские базы и взрывали там все к чертовой матери. Нет, вы по трусости, опять же, по своей трусости пробираетесь в самолет с мирными гражданами и взрываете его. И поэтому это не терроризм, это проявление рака. Раз вы рак, вас нужно уничтожать всех, вас нужно уничтожать всех ваших предков, которые живы, нужно уничтожать. И все ваше будущее поколение нужно стирать с лица земли. Я надеюсь, что наши белые лебеди, которые сейчас летают над вами и бомбят ваши пункты, где вы собираетесь и тренируетесь, разбомбят и все вокруг, уничтожив все население, все никчемное население ваших стран, которое родило вас. И я доволен, что это случилось. Я надеюсь, что начнется война, которая уничтожит весь этот сброд, который верит в кого-то и фанатеет от чего-то. 50 миллионов долларов. Надо было все-таки назначить миллиард. На месте правительства я бы так и поступил, потому что никаких денег не жалко на уничтожение такой мрази. С вами был Данила Рыжкин. Можете после таких моих громких заявлений ненавидеть меня, спорить со мной, оставлять мои комментарии или постараться найти и взорвать меня. Но вы же не сможете, я же не в самолете, я не там, где меня легко достать. И один на один вы тоже искать меня не будете, вы же трусы. Закончу как? Не свойственно мне, за Путина, за батьку, за войну против терроризма. Не будьте нормальными, будьте рациональными. Всем спасибо.
Всем дизлайк.